Всем спасибо за 8 лайков, это мое максимальное количество лайков на этом канале, да, и надеюсь, вы будете также радовать лайками, и, ребята, да, давайте попробуем набрать под этим роликом 6 лайков, да, ну и, ребята, да, в принципе, погнали! В принципе, ребята, окей, я поиграю в начале классик, где-то раундов 5, да, потому что классик очень быстро проходит, и, в принципе, почему бы и нет, да. Здесь появились уже новые карты, как бы я, помните, наверное, делал ролик, да, что... Ладно, окей, помолчу, это как-то было странно на самом деле, но, в принципе, окей, да. Здесь просто переделали эти 5 карт, которые я вам показывал, да, ну и вот теперь вот, типа вот таких, да. Но я как бы, ага, я понял, почему у меня лагает все, да. В принципе, окей. Так, боже, можно не стрелять, меня это бесит, вот реально. Зачем они стреляют, какой смысл, вот реально. Да. Ну, в принципе, ладно. Так, ну, вы видите, все достаточно быстро происходит, уже второй раунд закончился. И, да, я хотел записать ролик в воскресенье, но, к сожалению, у меня не получилось записать, хотя я хотел, да. Ну и я попытаюсь записать ролик через день, да, не через два, а через день, да. Как бы, ну, то есть ролик вышел, да, и как бы проходит, получается, ну, день проходит и все, да, и новый ролик, как бы, попытаюсь записать, да, и, в принципе, да, да, окей. У меня что-то не получается, да, как-то комбить. Да, я как-то сегодня вообще плохо играю. Так, ну, да. Окей, не получается, да. Так, ну, вроде бы сейчас остался еще один раунд, да, если я не ошибаюсь. В принципе, в классик, да. Ну и все, да. Сегодня я поиграю во все эти мини-режимы, там, УХК, ОП, там, зельки, еще во что-нибудь там, что есть лук, да, на луках. Подождите, я не понял, у меня удары не проходили или что, я не понял, ну... Ладно, в принципе, окей. Так, УХК. Хорошо, я не понял, на самом деле, я вроде бы удаял, по-моему, удары не проходили, или мне показалось. Не знаю. Может быть, я просто мазила, да. Не знаю. Так, окей. Так, это у нас уже УХК. Так. Давай! Давай! А, так, я вот это... Ну, спасибо, да, это просто лава-тролль, вот реально, вы видели? Он залез как будто бы в лаву, а как бы ничего не случилось, да? Обидно на самом деле получилось, да? Ну, да, я как бы в дуэль уже играл, да, когда снимал на Вайн Вогуде, да? Но, в принципе, этот ролик полностью дуэлям посвящен, хотя я уже не помню на самом деле... Я не помню, когда я вот это делал про лобби ролик, я не помню, что там было, если честно. По-моему, я там в дуэли и играл, но сегодня тогда поиграю во разные дуэли, да. И напишите в комментариях, кто ждет веселый ролик, вторую часть, да. Ну, веселый ролик 2, да, потому что, я думаю, ну, вам понравилось, да, первая часть, потому что ролик получился реально смешным, да. Только я уже... Достаточно неплохо научился монтажить, да, и, в принципе, может быть, мне, как-то, я не знаю, ну, то есть, монтаж будет лучше, да. Но это не точно. И смешнее будет, да. Вот о чем я говорю. Я подумаю, может быть, я сделаю на 30 подписчиков это, почему бы, в принципе, нет, да. Ну и я, по-моему, сыграл 4 раунда в УХК, ну, мне кажется, то, что в 3. Ладно, давайте сыграю 3 раунда в ОП, ну, может быть, 2, не знаю, как получится. Да, и, кстати, по-моему, я... меня тогда убил ютубер, если я не ошибаюсь. Может быть, мне показалось, может быть, и нет, фиг знает. Мне показалось, что меня там ютубер убил, да? Ну, окей. Так, давай-давай. Блин, ну окей. А чё он от меня убегает, я не понимаю. Давай. Где ПВП? Это ж дуэли, давай. Так. Давай. Давай, блин. Он не отталкивается ли, мне кажется? Я не знаю, я параноик какой-то.
Что? Nice. Я не знаю, как я выиграл, но я выиграл, да. В принципе, ребята, играю еще в один раунд топ, и в принципе, я даже не знаю, что мне сказать сейчас, да. Я вот не понимаю, почему, но у меня завис ролик вот прохождения карты, 88 просмотров. А потом вообще у меня они то ли съездились, то ли что, мне стало 79. Я не понимаю, что за дичь. То есть зайдите на ролик прошлый, у меня будет, по-моему, 79 просмотров. Да, то есть просмотры дальше не набираются, не понимаю, что это за бред, да, что с Ютубом, да, и реально я не понимаю, что творится, да. Давайте я сыграю два раунда на луках, да, и, кстати, напишите в комментариях, сыграть мне в 2 на 2, вот, 2 на 2, всякие мини-режимы, да, и что-то на луках никто не хочет играть. Так, ладно, давайте я отменю, и... В принципе, давайте на зелька, вот это самое нелюбимое для меня, да. На зельках два раунда. Но я не знаю, почему мне на зельках не нравится, вроде бы. А, потому что все игроки практически телепортируются на эндерпелах, от тебя убегают. 2 хп у них остается и все, да. Вот почему я не люблю, да. И вот этот чувак сейчас... Так, давай. Окей. Я просто похлопаю. Ой, опасный парень. Да блин, я не умею телепортироваться. Вот смотрите, он просто взял и свалил. Он просто, видите, убегает. Вот это разве круто? Мне это не нравится. Да, да боже мой, меня бомбит. Уже который раз... стой, кто? Ну окей, я его убил. Да, конечно. Давайте еще один раунд сыграем, да. Почему бы и нет, да? По-моему, это что, тот же игрок, да? Вы что, издеваетесь? Так, сейчас. Да, это уже супер. Всегда мечтал. О, здрасте. Как видите, я очень некливо телепортируюсь. Очень хорошо телепортируюсь, очень удобно. Так, о-о-о-о! Давай! Давай, падай! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Блин. Не получилось. Блин, а как мне теперь отсюда выбраться? Все, ребят, я застрял здесь навсегда. Нет! Да блин! Капец! Это подстава! Да. Обидно. В принципе, играю на луках, да, и... Да, я стрелять разучился. Не знаю, когда, но я когда-то разучился стрелять, да. И стреляю я очень тупо. Как я сейчас не попал? Нет! Сейчас... Блин. Окей, я умер. Это я не знаю, как сказать даже. Как бы... Ну и ладно, да. Так, ну все, давайте еще. Ну давайте тогда я сделаю, получается, еще два раунда, то это быстро достаточно происходит. Я быстро умираю, понимаете? Вот. О, я победил! Да, это жестко. Да. Окей. Все, теперь последний раунд на луках. И, ребята, все, да. Я на этом закончу. И все, да. Я на этом закончу. Давай. Да. Так, смотрите, сейчас будет жестко. Сейчас я затащу. Все, ребят, смотрите, сейчас затащу. Все, я затащил, да. Ну, может быть, я и не так уж и плохо стреляю, но это не точно, да. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео, ребят. Всем спасибо. Пока-пока. И я попытаюсь ролик через день выложить. Но это, ребята, не точно, да. И, в принципе, да. Ну и веселый ролик, вторая часть выйдет. Ну, веселый ролик 2 выйдет, мне кажется, на 30 подписчиков можно, да, будет что-нибудь снять, да, вот такой вот ролик. Все, всем спасибо, пока-пока.